Особенности высаживаемых растений. Не все растения, существующие в природе, могут использоваться при озеленении участка. При их выборе нужно соблюдать следующие требования. 1. В растении или в его частях не должно быть ядовитых, вредных для здоровья компонентов. 2. Растения не должны иметь резкий, неприятный запах. 3. Выбираются экземпляры, обладающие эстетически привлекательным видом. 4. Растения должны быть устойчивыми к вредителям и болезням. 5. Должны обладать определенной формой и интенсивным ростом. На видео представлены наши работы. Если информация оказалась полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на нашу страницу.